дорогие друзья, с вами я, Анастасия Час. Сегодня вторник, 15 ноября, и это очередной обзор по основным валютным парам. Это просто, понятно и доступно каждому. Начни зарабатывать всего с $10. Жмите на кнопку «Начать» или переходите по первой ссылке в описании под этим видео. Итак, по паре евро-доллар на экране. Пара евро-доллар, дневной график. Итак, смотрите, нам показывают, что идут на пересечение, так что, возможно, сегодня, вот как мы и пошли вверх, и сегодня еще несколько дней мы будем откатывать, потому что, возможно, мы будем откатывать вот к линии, трендовой линии вот нисходящего канала, который я рисовала. Это где-то на уровне 1.095. Вот приблизительно так, я думаю, что мы можем прийти сюда. Ну, может, чуть выше, чуть ниже. А можем даже дойти и до разворотной линии месяца, которая находится на 1.104.08. Либо, ну, до разворотной линии недели я сомневаюсь. Хотя сейчас, смотрите, сейчас мы тестируем разворотную линию дня на сегодня. Вот, это 1.077.30. Мы сегодня сейчас находимся на разворотной линии дня. Ну, все зависит от трендовой линии, вот, нисходящего такого верхнего канала. Вот видите, я нарисовала вот один канал и вот второй канал. И вот зависит от вот этой трендовой линии. Сейчас, если мы закрепимся ниже разворотной линии дня и ниже вот этой вот, возможно, еще будем продолжать движение вниз. Но так как линии у нас вот дневные идут на пересечении, то похоже все-таки, что мы разворачиваемся и пойдем в откат. Вот такие ожидания на сегодня по паре евро-доллар. Ну а куда мы можем дойти для начала в откат, если закрепимся вот сейчас выше трендовой линии и выше разворотной линии дня? Мы можем сюда, видите, где скопление мувингов, это где-то 1.082.70, ну и выше следующее, это 1.084.68.70, ну а следующее вот уже где-то. И вот так вот, ну, потихоньку, видите, как скопление мувингов идет. Вот это вот, значит, уровни сопротивления, к которым мы, цена стремится. Ну, а сама вот стремится, конечно же, к волшебному индикатору. Но, повторюсь, он все-таки двигается за ценой. И мы волнами потихоньку, он может все ниже и ниже, пока мы волнами будем подниматься к нему, чтобы тестировать. Такие ожидания по паре евро-доллар. Не бери кредит. Заработай на бинарных опционах в 3 клика. Доход до 90%. Жмите на кнопку «Узнать подробнее» или переходите по первой ссылке в описании под этим видео. На очереди у нас следующая пара. Пара доллар-франк. Итак, дневной график, какие ожидания у нас по паре доллар-франк. Ну, пока что мы идем вверх, находимся выше разворотной линии дня, которая находится на уровне 0.994.33, но линии идут на пересечение, так что возможно, что мы опять тоже таки пойдем в откат и вернемся протестировать вот разворотную линию месяца, которая находится на 0.986.35, и здесь же нижняя граница вот такого верхнего восходящего канала. Здесь же они вот идут пересечения. Так что, скорее всего, что мы можем сюда откатить до разворотной линии месяца, после чего продолжить движение вверх до вот верхней линии восходящего канала. Ну, нижнего восходящего канала. Видите, два канала здесь. Один канал и второй канал. Вот такие ожидания. Ну, где-то здесь находится 1.004. Вот такой уровень даже и выше. Видите, мы опять-таки не дошли, то есть не то, что не дошли, а протестировали волшебный индикатор, прошпилили вон какой, какие хвостик, то есть конкретно закрепились выше и пошли вверх.
Ну, переключимся на младший таймфрейм и посмотрим, что нам показывает. Ну, в принципе, то, что я и говорила. Видите, сейчас мы находимся выше разворотной линии дня. И все зависит от того, закрепимся мы здесь. Если не закрепимся, мы можем кинуть свечку и сюда, вот где скопление мувингов. То есть где-то... какой тут уровень, 0,990,86 где-то, но потом ниже. То есть видите, как мувинги четко показывают. Все зависит сейчас от уровня, от разворотной линии дня. Будем мы продолжать движение или нет. Хотя повторюсь, что показывает, что возможно во второй половине дня мы все-таки линии идут на пересечение. Вот я вам показывала, вот чтобы вы их видели. Ой. Вот они идут на пересечении, то есть похоже, что во второй половине дня мы все-таки развернемся уже и завтра, может быть послезавтра пару дней мы пойдем в откат, ну а может за один день справимся сюда, да, за следующий день придем тестировать нижнюю границу либо разворотную линию месяца. Вот такие ожидания по паре доллар-франк. Хватит работать, пора зарабатывать. Жми на кнопку «Узнать подробнее» или переходи по первой ссылке в описании под этим видео. На очереди у нас следующая пара. Итак, пара фунт-доллар, дневной график. Пара фунт-доллар, вчера вот было пересечение вниз, сегодня линии идут на пересечение. Мы опять-таки вот пересекаемся, чтобы развернуться и продолжить движение вверх, то есть восходящий тренд опять. Ну, он таки и есть восходящий, но был откат. И вот сейчас мы находимся на разворотной линии дня, тестируем. И также здесь находится разворотная линия недели, это 250.98. Вот, поэтому смотрите. Возможно, мы сегодня еще пока вот держимся ниже разворотной линии недели и разворотной линии дня. Насколько тут она вот? На 1,251,67 разворотная линия дня. А неделя, повторюсь, 1,250,98. Но пока что мы держимся ниже. То есть, возможно, очень даже возможно, что мы даже... придем тестировать прежде чем, потому что линии идут на пересечении, то есть для продолжения движения вверх. Но возможно мы придем тестировать еще раз разворотную линию месяца. А возможно и не дойдем сюда, а сразу вот отсюда, либо вот от этого уровня развернемся и пойдем все-таки дальше вверх. Вот такие ожидания по фунту. Фунт-доллару, потому что смотрите, что здесь, если это я переключилась на младший таймфрейм, это пятнашки, и здесь мы вот протестировали сегодня волшебный индикатор, видите уже сколько мы находимся, это достаточно такой уровень поддержки хороший, поэтому смотрите, видите, один раз вчера протестировали, потом вчера прошли его, скажем так, шпилили, но вернулись, опять закрепились выше, и опять вот между, чтобы понимать, когда видите что-то непонятное, начинайте быстро переключаться по разным таймфреймам, и вы увидите, где что не дает, и насколько сильны эти уровни. 15-минутный таймфрейм, достаточно здесь сильный уровень поддержки, поэтому все зависит от того, я вчера еще говорила, что мы можем вот куда дойти, прийти протестировать, но пока что, видите, вот, тестируем волшебный индикатор. А в случае чего закрепление, это вот ниже волшебного индикатора, значит, мы придем на 1,238,40. Где-то вот, вот цель следующая. Вот такие ожидания по паре фунт-доллар. Достойный заработок, не отходя от компьютера. Бинарные опционы. Просто и выгодно. Жмите на кнопку «Начать» или переходите по первой ссылке в описании под этим видео. Итак, на очереди у нас следующая пара. Пара доллар-иена. Итак, какие ожидания у нас по этой паре? Ну, повторюсь, что здесь тоже, не повторюсь, вернее, а продолжим, что здесь тоже идут на пересечение. Но...
даже если так вот продолжить вот эти линии, увидим, что уже они практически пересеклись. Но пока что мы находимся выше разворотной линии дня. Видите, даже не дошли до нее, оттолкнулись и пошли вверх. Ну, то есть пошли вверх вчера. Сегодня вот потихоньку возвращаемся к ней. Но я как-то говорила, что для того, чтобы вот пойти вверх, вот, к примеру, идет вверх, идет, потом должен быть обязательно откат, вот, чтобы зацепить вот этот вот мувинг, а потом вот этот, и смотрите, если я переключу, увидите, что вот хвостик как раз даже сделаю, увеличу, вот видите, хвостик как раз вернулся сюда, зацепил, и теперь может еще продолжить движение вверх цена, то есть цель, повторюсь, по доллар-йене я говорила, что цель на днях, вот остальные цели уже как бы остались внизу, только на днях осталась цель вверху, вот он, волшебный индикатор на уровне 114, где-то 113 995 114, остальные они вот находятся внизу, все только на днях, и обязательно должны отработать вот эту цель. Поэтому все зависит, видите, мы из каналов, которые я нарисовала, мы вышли из каналов, и сейчас, ну, возможен откат сюда, чтобы закрепиться выше верхних границ вот двух каналов. И прежде чем пойти дальше к этой цели, потому что выше даже, ну, чуть-чуть вот эта цель, ну, и обязательно может быть дойти даже выше 115-127, даже может чуть-чуть выше, так. Вот, но это в перспективе на днях. А пока что мы идем на пересечение, и, возможно, будем и сегодня продолжать еще дальше вверх делать хвостик, а потом вернемся протестировать. Но, возможно, сегодня же и вернемся тестировать, чтобы в откат, чтобы продолжить движение вверх. Нужно следить, все покажет нам вот разворотная линия дня. Пока что мы держимся выше, но еще здесь вот тоже очень важно, мы можем, скажем так, извините за вот телепаться вот сюда между, видите, скопление и разворотное. Поэтому для большей уверенности даже не столько разворотная линия дня, сколько вот здесь скопление, чтобы мы поняли, что мы закрепились, то есть должен быть вот пробой сюда и возврат, то есть откат и закрепление выше уровня 108-205. Вот закрепимся выше уровня 108-205, значит, будем продолжать движение. Либо можем пока, я говорю, прежде чем определиться, телепаться вот именно в таком диапазоне, потому что если мы переключимся, ну, то же самое. Вот посмотрим, пока что, если минутки показываете, мы пробили, мы закрепились ниже волшебного индикатора на минутках, поэтому вполне возможно, что мы будем продолжать движение вниз. Самый простой способ зарабатывать на валютном рынке: скачайте приложение и зарабатывайте в любое время и в любом месте. Жмите на кнопку или переходите по первой ссылке в описании под этим видео. Вот такие ожидания, друзья, по основным валютным парам на сегодня. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я с радостью всем отвечу. Все, что в моих силах, все мои знания, я обязательно с вами поделюсь, чтобы вы тоже также смогли заработать и получать ураганный профит. Еще раз благодарю вас за внимание. С вами была Анастасия Час, и пока-пока.